Делюсь рецептом паштета из зеленой чечевицы и шампиньонов. Получается очень вкусная закуска для бутербродов. Чечевица делает паштет сытным, а грибы добавляют ему яркий вкус. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить паштет из чечевицы и грибов. Чечевицу можно использовать и красную, тогда паштет получится нежнее по консистенции. Грибы подойдут любые, если используете лесные, то их необходимо будет заранее отварить. Кокосовое рафинированное масло используется для придания паштету плотной текстуры, поэтому не рекомендую заменять его любым другим растительным. Готовится все очень просто из доступных ингредиентов. Шампиньоны 120-130 грамм. Лук репчатый 1/2 штуки. Чечевица зеленая 120 грамм. Паприка 1/2 чайных ложки. Перец черный молотый 1/4 чайных ложки. Соевый соус 1 столовая ложка. Кокосовое масло 2 столовые ложки, рафинированное. Чеснок 1-2 зубчиков. Соль по вкусу. Пищевые дрожжи 1-2 столовые ложек, опционально. Количество порций 2-3. Подготовьте все ингредиенты. Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета. Добавьте порезанные дольками шампиньоны, жарьте их до испарения жидкости. Приправьте черным перцем и паприкой. В блендере измельчите чечевицу, жареные грибы с луком, пищевые дрожжи, лимонный сок, соевый соус и растопленное кокосовое масло. Переложите паштет в банку и охладите около часа. Паштет из чечевицы и грибов готов. Приятного аппетита!